Привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим инвертный сироп. Он может служить заменителем глюкозного сиропа, патоки или меда. Используется в приготовлении мастики, карамели, маршмеллоу, а также его можно добавить вместо меда в медовое тесто, если у вас аллергия на мед. Для приготовления инвертного сиропа нам потребуется 440 граммов сахара, 180 граммов воды, 1/4 чайной ложки лимонной кислоты, щепотка соли и кулинарный термометр. Процесс приготовления очень простой. Берем ковшик с толстым дном, выливаем воду, а затем высыпаем горкой сахар. Стараемся так высыпать, чтобы крупинки сахара не попадали на стенки ковшика. Теперь высыпаем соль и лимонную кислоту. И ставим ковшик на умеренный огонь. И не мешая, доводим смесь до температуры 116 градусов Цельсия. Когда сироп закипит и вы увидите, что весь сахар растворился, можно поставить в сироп термометр. Раньше это делать не следует, потому что потом крупинки сахара могут кристаллизоваться на термометре и инвертный сироп быстро засахарится. Как только сироп достигнет 116 градусов, сразу же снимаем кастрюльку с огня и переливаем сироп в банку, чтобы остановить его приготовление. Предварительно подложив под баночку кончик ножа, чтобы банка не лопнула. Сироп сначала кажется жидким, но потом он загустеет. Даем сиропу остыть до комнатной температуры и потом накрываем его крышкой.